А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Фёдоров, и сегодня мы продолжаем играть на Black Russian на сервере Казань. Я напомню, что это 27-й сервер, и я, конечно же, приглашаю играть вместе со мной. Переходи по ссылочке в описании, скачивай лаунчер, а также не забывай указывать мой промокод в хэштег промо, и прямо сейчас здесь напиши вот таким образом хэштег Димк, и получи 15 тысяч халявных денег на свой счет. Ну а сегодня, ребят, у нас будет необычный ролик, все потому, что у нас вышло обновление на Black Russian, ребята, 1 число 1 августа, и, кстати говоря, не только на Black Russian, но и в нашей семье, потому что мы поменяли наш дом, который находился у Бусаева, а именно на Егоровку. И, ребята, мы находимся сейчас вот именно здесь, и здесь вы можете вступить к нам в семью. Дом находится вот здесь. Если что, вы можете написать даже вот так вот FH 3118, если я не ошибаюсь, давайте-ка посмотрим, или 3181, да, 3181, короче, пишите вот так вот FH, а далее, ребята, пишите 3181, и по идее вам за 300 рублей возможно поставится меточка на наш дом. Ну а сегодня, ребята, конечно же, у нас новое обновление, новый Black Pass на Black Russian, и сегодня я расскажу о нем более детально, чтобы вы понимали, как им пользоваться и что это вообще такое. И самое главное, ребята, то, что теперь он у нас обновился с эксклюзивными призами, которых ранее просто не было, ребята, реально. Вы прямо сейчас, если откроете вкладочку «Донат», и здесь вы можете открыть Black Pass. Ребята, наконец-то он обновился. По дефолту сразу хочу сказать то, что нам доступен стандартный пакет Black Pass. И он у нас активен. Вы, соответственно, должны выполнять задания и, получается, продвигаться по этой карьерной лестнице. Соответственно, продвигаясь с каждой карьерной лестницы, вы можете получить как деньги, так и опыт. Давайте-ка посчитаем вообще в стандартном, сколько можно денег получить. 5, 7, 9 тысяч, 12 тысяч, ребята, далее идет 15 тысяч, еще X2 купон на 24 часа, соответственно, вы будете получать еще в X2 больше, VIP-сильвер на 12 часов, далее у нас идет 17 тысяч, ребята, 20 тысяч, 21 тысяча, бронзовая рулетка, 8 блэк-коинов, ни хрена себе, ребята, ямайка на 12 часов, и обычный пират на 12 часов тоже есть, 23 тысячи, ребята, 10 блэк-коинов, бронзовая рулетка, 25 тысяч, охренеть, 25 тысяч, еще 25 тысяч, и еще 3 тысячи, ребята. Короче, получается, что вы в прохождении Black Pass стандартного можете получить, ну, порядка 150-200 тысяч на ваш игровой счет. Также еще получаете вы в любом случае экспириенсы, то есть 7 экспириенс, 6 и так далее. Ребята, вы можете очень сильно прокачать свой левел, она получается Black Rush. Начинайте с самого начала, вы можете сразу же стать там, не знаю, на левеле 5 как минимум. А также Audi A4 B7. Ребята, чтобы вы понимали, Audi A4 B7 стоит, ну, очень дорого. Если мы сейчас ее откроем, она стоит почти что 400 рублей. То есть, грубо говоря, вы за 400 рублей можете получить эту классную машину. Ну, а если вы хотите активировать Black Pass Premium, кстати говоря, стоит он 600 рублей. Это ускоренная прокачка Black Pass. А, и больше подарков и наград. Но в настоящее время, вот 1700, вы, получается, можете еще быстрее прокачивать его, если купите этот пакет. Всем преимущества вы видите вот на экране. И сразу смотрите, 13 тысяч, прям в разы лучше, а, всякие Kia на 24 часа, а тут фокус, мечи и так далее, пиратская шляпа навсегда дается, ребята, один с блэккоинов, шляпа еще одна, бронзовая рулетка, Kawasaki, тут Yamaha, но тут на в два раза быстрее, точнее больше надается, потом Lamborghini Huracan дается тоже на 24 часа, это очень круто, кстати говоря, подзорная труба дается в виде аксессуара, нифига себе, обычный пират женщина у нас дается, легенда пират женщина дается навсегда, ребята. Серебряная рулетка нам дается. И BMW M8 на 24 часа. Нихера себе. Фонарь пирата, кстати, дается тоже навсегда, ребят. Посмотрите, сколько здесь реально бонусов. 37 тысяч. Грубо говоря, 10 тысяч. А по деньгам. А, кстати, по деньгам тут поменьше, наверное, да? Или же так же? Скорее всего, так же, но только их номинал намного больше. И из-за этого они заменены на более ценные подарки. Ну и в конце вы можете получить эксклюзивный легенда пират-мужчина и эксклюзивную BMW M4 F84. Давайте-ка посмотрим, сколько она стоит. 2750 рублей. То есть, ребята, вы, получается, можете как бы нафармить и бабки, и, получается, купив Black Pass Premium за 1700 рублей, получить еще и тачку. Хрена себе. Ну, это очень круто. Сразу хочу сказать то, что здесь также в Black Pass был обновлен полностью рейтинг топ-10
рейтинга игроков сезона. Это за весь, получается, сезон. И я так полагаю, я, кстати, 3513 место занимаю, нихера себе. Вот, я так полагаю, а после того, как он обновится, по рейтингу, может быть, еще что-нибудь выловите. Кстати говоря, напишите в комментариях, просто я, ну, я не проходил, наверное, Black Pass, там мой, наверное, будет первый. Или второй, да, скорее всего, второй, но на первый я опоздал. И сразу смотрим по заданиям, ребята. У нас, получается, есть задание марафона и задание сезона. Соответственно, проходя задание сезона, вы попадаете в рейтинг. Задание марафона проходя, вы как раз таки продвигаетесь по лестнице. И смотрите, что по заданиям сезона или же марафона, это без разницы. У нас получается, люби саночки возить, заправьте свой автомобиль на АЗС. Просто нужно заправить автомобиль на АЗС, получите 3000 рублей, кстати, и 50 очков сезонного опыта. Ни хрена себе. Аккумулятор на исходе. Заряди аккумулятор своего транспорта, использовали бустеры. Принимай, ребята, просто нужно, получается, купить магазин 24 на 7. Соответственно, зарядить тачку и 2000 за это заработать. Грубо говоря, вы проходите все эти квесты, играете просто в свое удовольствие. И, конечно же, получаете за это бабки и многое-многое другое. Ну, а я предлагаю прямо сейчас, ребят, давайте-ка реально съездим в какой-нибудь магазин и попробуем как раз-таки пройти один из квестов нашего Black Pass. В частности, нам нужно просто купить, я так полагаю, лотерейный билетик. И именно здесь, где он находится. Вот он, получается, за 400 рублей. Так, раз... Подарили 400 рублей, нет совпадений 0. Так, ваше счастливое число 913. Ребята, у нас совпали одна цифра. Получается, мы получили за это 2000 рублей. Ну-ка, еще раз лотерейный билет покупаем. Цифра 958. 958, ну что ж, давайте-ка попробуем, ребята. А еще, может быть, что-нибудь выбить от этого. Кстати говоря, если мы сразу сейчас откроем донат и, грубо говоря, глянем на Black Pass, то, соответственно, мы уже купили, по сути, аж 2 билета. Реально, нам нужно осталось еще один купить, и тогда мы... Опа, оставайся с нами. Отыграть на серии 2 часа. Опа, первый час уже пошел. Отличненько. Так, ну и, кстати говоря, здоров как бы. Давайте-ка еще посмотрим, что тут можно пройти так по-быстренькому, да? Модный, наденьте любой аксессуар. А, ну это вообще изи, ребят. Давайте-ка реально наденем какой-нибудь аксессуар. Нажмем сохранить. И, соответственно, ребята, мы, по идее, уже выполнили очередное задание Black Pass. Ну-ка, давайте-ка глянем. Ребят, действительно, вот, получить 100 очков и 1500 рублей. Отлично, ребята. Кстати говоря, это очень-очень-очень классно. Так, и суть-то... Суть-то в чем? Нужно дождаться получить розыгрыша, потому что мне нужно купить еще один лотерейный билетик. Куда без номеров прокрутить номера ГИБДД. GPS государственной организации ГИБДД. Кстати говоря, можно попробовать, в принципе, то же самое. Так, супер. Давайте-ка, ребята, попробуем еще раз прокрутить какой-нибудь классный номер. Попробуем отсюда выбить. Может, реально получится. Кстати говоря, ребята, я уже записывал ролик, как подняться у нас, получается, на номерах. Это реально. И на самом деле, мне тогда везло. Ну а сейчас, как-то видите, я уже кучу всего прокрутил, пока ничего такого интересного мы, кстати, и не выбили. В принципе, неплохо, но стоит он порядка там 20 тысяч, как бы, ладно, окей, давайте-ка оплатим его. Берем соответствующее задание, куда без номеров получить 100 очков опыта. И еще 1000 рублей получили. Так, а теперь по рейтингу мы на 3513 месте. Кстати, по-моему, на нем и были, если не ошибаюсь. Но, соответственно, ничего страшного, потому что, ребята, 200 очков мы буквально за парочку секунд добили. И это очень и очень круто. Ребята, хочу сразу сообщить о том, чтобы вы приходили к нам играть в игру, а именно Black Rush. И не забывайте, конечно, указывать мой промокод хэштег промо, а именно, ребята, активировать промокод и сюда вписывайте Димк. Реально получаете 15 тысяч абсолютно бесплатных рублей на ваш баланс. Ну а также, ребята, не забывайте участвовать в нашей семье, а, конечно же, вступать в нее, вот ссылочка будет в описании на наш телеграм-чат. Вот что, ребята, обновление было очень классно, и я вот теперь знаю, чем займусь в ближайший месяц. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока-пока.